Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Call of Duty вторую часть. Интер. Так, начать уровень. Карьера мне не интересна. Мирно. Спасибо, командир Мейсон. Взгляните на этого красавца. Тянь Чжао по кличке Председатель, лидер китайских военных и командующий войсками коалиции сил самообороны. Этот засранец действует жестко, даже с китайским правительством. Они контролируют его не больше, чем мы. Эта кошка гуляет сама по себе. И что вы хотите от меня? Уничтожение его? Председатель Чжао выкручивает России яйца по полной. Командор. Если Россия сломается и примкнет к силам самообороны, это будет крупнейшая армия на планете. Именно этого и добивается Менендес. Натравливает сверхдержавы друг на друга. Сейчас и Иран, и Индия под угрозой. Силы самообороны делают ход, и Аксо надо вмешаться. Первый удар застал нас врасплох и повредил нашу основную систему обороны. Мы сдержали натиск, но наш полк практически истреблен. Долго мы не продержимся. Это силы самообороны, командир? Да. На нас напали дроны из земли и из воздуха. БПР «Спектр» играет ключевую роль в защите северной границы Индии. Для быстрого реагирования придется отправлять десант. Главная задача противника — уничтожить сеть обороны, нейтрализовав генераторы и спутниковые установки. Если ему это удастся, мы не сможем помешать врагу проникнуть в центр управления. Если это произойдет, БПР «Спектр» падет, и путь в Индию будет открыт. Путь в Индию. Блин, как при открытии Америки. Путь в Индию. Шелковый путь. Путь специй. Что вообще? Поехал в Индию, открыл Америку. Давайте. Цель 1. Пройти базовое обучение по командованию отряда. Так. Данная группа контроля командования. Найти углубленное обучение. Завершить обучение по ведению боя и командованию. Понятненько. Это... Камеры нашли, не сигнал хороший. Всем ждать приказа. Ладно, только проведу пару системных проверок и тестов. Давайте убедимся, что все работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления Клау. Ждите. Установлено прямое управление Клау. Понятно. Так, а я-то где? Я вот здесь вот был. Ну-ка. Проверка оружейных систем. Проверим еще сигнал с камер пехоты. Так. 5. Пехота под прямым управлением. Ретрансляция пехотного интерфейса подтверждена. Еще проверю работоспособность камеры турели. Переход на управление турелью. Блин. Сигнал от турели подтвержден. Проверка спутникового сигнала. Переключение на тактическую карту. Понятненько. 1, 2, 3, 4, 5. Давай, 3. Связь с камерой на шлеме установлена. А это что у меня? Всевидящее око, да? Хочу удостовериться, что с маршрутизацией Клау все нормально. Так, ну что? Переключение на дистанционное управление Клау. Так. Вот сюда. Есть. Понятно. Ладно, проведем пару простых пехотных маневров. Пехота придется постараться. Управлением. Отлично. Отряды обыскивают территорию. Так, это что, у меня обучение или что это? Бой уже какой-то. Давайте, соберитесь. Прекрасно.
Еще раз проверим сигнал с камеры пехоты. Подтверждено, сигнал отличный. Ну и все. Сбросим тестовый дрон в зону операции. Где он? Давай. Ожидание упражнения дальней стрельбы. И еще раз проверю тактический вид. Ага, вот он. Выбранный отряд, ждите цель. В атаку. Так. Вот так. Да. Всем перейти в атаку. А я могу вот так вот? А, я могу. На. Двигаемся дальше. Прямое командование пехотой. Еще раз проверим пехотные маневры на всякий случай. Перейти к отметке. Понятно. Неплохо. Так. Так, если выбраны войска, выбрать отдельно отряда. В момент выбора остальных нажмите 5, 1, 3 или 2, чтобы выбрать отряд. Ну, выбрал. Так. Блин. Вещание с камеры Клау включено. Да ты чё, падла, там застрял, что ли, или чё? Чё тебе надо? Так. Две ударные группы в резерве, цели миссии пройти краткий... Курс. Так, ударно. Да. Пропустить обучение. А то мы так не навоюем ни хрена. Инструктаж. Загрузка. Так, защитить фабрику и ее основные узлы. У меня тут сейчас предстоит какая-то хрень. Как только все отряды приземлятся, установите защитный периметр. Жесткая непонятная хрень. Так. Ну вот мы. Вражеский транспорт прибудет через одну минуту. Все войска на земле. Установка периметра. Защитные двери функционируют благодаря антенне, трансформатору и градирне. Если обе позиции падут, противник получит доступ к центральному серверу. Так, значит, мне надо три штуки защитить. Так. Не могу, понятно. Ладно. А как мне туда быть? Прибытие вражеских сил. Пункт указан. Подвигаемся. Давай, я тоже должен где-то. Это вражеские силы, да? Назад тогда. Сукины дети. Блин, блински. Трансформатор под угрозой. Ему конец. Пункт указан, выдвигайся. Враг уничтожен.
Блин-блински. Подкрепление развернуты. Орлы на позиции. Враг атакует спутниковую антенну. Кто? Ни хрена себе. Открываем огонь по вражеской пехоте. Градирный под угрозой. Защитите ее. Я что-то не понимаю совсем. Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора. Так, где у меня там? Переходим на позицию для атаки Клау. Мы несем потери. Огонь по вражеским Клау. Противник атакует градирню. Так. Враг атакует спутниковую антенну. Войска подкрепления приближаются. Блин. Пехота под прямым управлением. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Вражеские войска. Враг атакует трансформатор. Так, твою ж мать-то! Подкрепление развернуты, орлы на позиции. Градирня под обстрелом. Вы поймите, что я не могу сосредоточиться тут. Враг атакует трансформатор. Мы скоро лишимся трансформатора. Где? Да заткнись. Спутниковую антенну. Трансформатор уничтожен. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Враг атакует трансформатор. Что еще тут атакуют? Блин, да заткнитесь вы. Мы можем лишиться градирни. Я не совсем понимаю вообще, где что происходит. Градирня под угрозой. Защитите ее. Открываем огонь по вражеской пехоте. Готов. Есть попадание. Да. Противник уничтожил градирню. Защитные двери отключены. Враг проник внутрь. Твою ж мать. Отключены. Заходите внутрь. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Квад противника сбит. Яблочко. Где еще? Кто? Открываем огонь по вражеским квадам. Так. Ай-яй-яй-яй. Вражеский квад подбит. Угроза. Спокойно. Турель уничтожена. Переходим на позицию для атаки пехоты. Так. Ему конец. Ему конец. Я не понимаю, где, кто? Открываем огонь по вражеской пехоте. Пункт указан, выдвигаемся. Готов. На. Вражеский АСД уничтожен. Эх. Где? Подтверждаю, новые войска на готове. Есть попадание. Время на исходе. Надо уничтожить вражеский М и заряд. Не вижу ни хрена, чего, кто, где находится. Вражеский М и заряд установлен. Центральный сервер в опасности. Время на исходе. Надо уничтожить вражеский М и заряд. Ай-яй-яй-яй. Угроза подрыва вражеского ЭМИ. Центральный сервер в опасности. Блин. Ничего не понимаю. Я должен... Огонь по вражеским АСД. Должен куда-то бежать. Давай, 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 давай. Я должен спасти. Враг уничтожен. Блин, защитите фабрику. Если бы я еще... Человек кровью истекает! Яблочко! У нас тут раненый! Есть попадание! Куда? Куда? Войска где? Подкрепления приближаются. Наши войска! АСД противника уничтожен. Ведем огонь по вражеской пехоте! Тут человек кровью истекает! Блин! Это я кто? Это... Ага, вау! Камера не в сети. Так. Сеть активна, инфракрасно. Я не знаю, что мне тут сделать можно.
Ладно, ждем. Может, что-то получится. Давайте я пока нажму на паузу. Короче, с грехом пополам, блин, это пипец. Миссия, ну не знаю, те, кто любит бежать, стрелять и ничего не смотреть, ну, может, им понравится, подтвердить. Но мне она не понравилась, эта миссия. Так, куда летим на этот раз? Адская работа, Мейсон. А то. Так, нажмите, чтобы продолжить. Давай, подтвердить. Что у нас тут? Приметный зум. Винтовка. Начать. Ты чего так долго? Значит, босс вернулся. А теперь давай за этим мразью Менендесом. Он винит твоего отца в гибели своей сестры. А еще он винит Вудса. А теперь ему нужен ты. Хватит долбить тоже, давайте. Чувак. По-моему, Менендесу скоро конец. Что-то мне такое мерещится. Из детства, про ночь, когда отец умер. С чего вдруг? Да ну нахрен! Надо было посильнее тебе врезать. Бутс дал нам все кусочки мозаики. Осталось только их сложить. Менендес был в Никарагуа. Это мы узнали от Кравченко. Там щербатый Мануэль Нарьего предложил его нам на блюдечке с голубой каемочкой. Одно из преимуществ президента Панамы – возможность использовать армию для своих личных целей. И бесконечно мудрое руководство ЦРУ согласилось на сделку. Белый дом выписал на Реге чек на миллион баксов, и все разошлись довольные. А нас отправили в джунгли. Случившееся в Никарагуа было не запланировано. Мы гражданских не трогаем. Понятно. Не трогайте, ну я трону. Все совпадает. Это маньяк. Рауль Менендес. Я же сказал, он будет здесь. Ваши люди готовы выдвигаться? По первому слову. Давайте. Ну давай, не развернуться. Я хочу посмотреть. Не будем херней маяться, парни. Поджарим этого мудака. Ох, какой резвый. У нас не такой приказ, Вудс. Его надо брать живым. Зачем? Вот он мне живой даром не нужен. А хотя можно ему и руки с ногами отхерачить. Надеюсь, жена или... А не приблудное что-то. Или почему мужик что-то кажется? Труп? Не томи. Давай. Не буди. Откройте. Я же просил, меня не беспокоить. Какого черта? Взяли живьем. Мою сестру, и ты покойник! Жозефина! Он с сестрой спит, да? Нет. Не сопротивляйся, наркоша! Ну? И тишина. Десперта! He dicho desperta! Se lo quito, en silencio. Ни хрена не понимаю.
Sí, no somos cuatro para restringirlo. Ну, сяськи, масяськи. Ладно. Это кто, мать твою, такой? Нас никто не видел. Я спас тебе жизнь. Ты чуть не попал в лапы американцев. Ну, ты кто? Вопрос остается. Продолжение. Ну, так вот. Сделал доброе дело. Это же наркоша. Ой. Тихо. Блин, а мне что-то с ножом? Пойдем. Я не понял. Да. Что это за хрень? Давай. Должен был топором их рубить, да? Давай. Бежим, где ты? Где ты? Я пожарил котлеты. Опять. Господи. Вот это месиво. Я понимаю, так бессмертный пока. Ну, все равно шевелиться надо. Где автомат? Я тоже перезаряжусь. Ау! Перезарядиться не дают. И вот он я на территории. Пробиваюсь через целые толпы неприятелей. Куда мне? Блин, все-таки загасили. С пердячим паром, всей толпой, скопом за спины. И у каждого кистень за под плащом. Спокойно. Так. А чё вас так много-то реально? Давай. Что-то сюжет. Что-то за сюжет. Вау. Вот так это героическая смерть у него или что? Сестра Менендеса Жозефина погибла при взрыве? А кто гранату бросил? Я не знал, что она там была, Дэвид. Я увидел Менендеса, и у меня башню сорвало.
Фрэнк, у тебя никогда не срывает башню. Что Менендес с тобой делал в Анголе? Менендес. Он хотел знать, что ЦРУ про него известно. Пытал моих ребят у меня на глазах. Думал, я сломаюсь. Я наблюдал, как гибнут мои парни один за одним. Так это ты был живой труп. Эту консервную банку и запер на несколько недель. Так что да, как только я увидел Менендеса, у меня сорвало башню! А ты бы как поступил? Точно так же. За 15 минут до случившегося оперативник Мэсон и Вуд Северная, там ни хрен не узнает. Следить за Мендесом. Это девушка. Неважно, она не наша цель. Шлюха, наверное. Так, я как понимаю, сестра-то у него умерла, наверное. Должна была умереть, наверное. А он сейчас синдром. Ему кажется, что это его сестра. Люди на Риге приближаются. Пошли. Круто. Давно пора нахрен. Впереди перестрелка! Ой-ой-ой. Люди на Риге прорываются через реку. Не хочу я сражаться вместе с этими котлами. А с кем ты хочешь сражаться? Поверь, Вудс, парни из картеля круты. Еще спасибо им скажешь. Пулемет в окне! Здание справа! На крышах солдаты! Вот так. Идем на ближний бой. Я за тобой, брат! Давай пойдем, пойдем. Давай. Ты говоришь, они крутые. Как это не стрелять? Еще как стрелять? Из ниоткуда появился. Скрываем. Что? Что за подарок? Коктейли Молотова. Враг приближается. Коктейли. Так. На. 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 Кто где? Вы за мной идете, так вы хоть кого-то убейте. Чуть кур не перестрелял. Готовы, идем. Так, заткнись. Блин, но я тоже стрелял через дверь, через стенку, через эту. Откуда я начинаю? На. 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 Блин. Ну, не получилось. Манячить, сжечь всех заживо не получилось. Еще один пулемет! Рассредоточиться! Поехали. Сменим винтовку. Готовы, идем! Ага. А вот место есть. Нормально. Бросай туда гранату. Так. Какая у меня есть тактическая граната? Простая граната. Так, пополним боезапас.
Ты тоже давай. Во-во-во-во-во. Грузовик с пулеметом. Да. Кидай. На. Блядь. Выглянул за угла. Вот не хрен было выглядывать. Я снял уже всех. На. Да кто так воюет вообще? Что это за войны такие? Так, среди бананов спрячемся. Это наш. Так. А как мне? Понятно. Кто еще? Давай в гору. На. На. По нам стреляют с балкона. По вам, да, по мне. На. На. Вот так. Так, так. Ага, по своим же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда мне? За мной! Давай. Куда за тобой? Где ты? Но. Стоп. Нет, не может быть. Все может быть. Чертов Нарьего! Его люди должны были взять Менендеса. Скрыть. Поймать, Менендес, ты покойник! Буц! Воу-воу-воу-воу! Что мне досталось? Живо соберись! Ты не знаешь. Ой, нахрен мне не нужны! Не стоит! Мы же на задании! Так. Мы его возьмем. Возьмем вместе. Ну же. Главное здание, прямо. Давай, давай. Вырывай дверь по лестнице. Так ходить можешь. Идем уже, твою мать. Снайперы на крыше. Да мне что снайперы-то? Мне вот сюда надо попасть. Давай, давай, давай. Ну, падла. Я прикрою с колокольни. Кто? С какой колокольни прикроешь? Не знаю, первый раз что-то собрал, нахрен. Не собирал, бля. Ну, давай. Я на позиции. Вперед! РПГ на балконе! Так. Чего у меня тут?
На. Тихо, 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 тихо. Нормально, пока иду. Кто? Господи, все в одних шляпах. Клоны. Какое ранение может быть? Еще кто-то остался? А это наш или кто? Не важно. Нехер было стоять. Так, что мне надо сделать-то? Что мне надо сделать? Провести штурм. Ага, вот так вот, значит, спустился, да, я? Давай. Это был последний. Так. Давай. Я сюда, да, должен встать? Зачем? Чтоб опять туда пройти. Вудс, Мейсон, коксовая лаборатория в подвале. Нужно зачистить там все. Ищу любую информацию о картеле Менендеса. Поймайте козла, тащите ко мне. У меня заговорит. Чего меня все толкаете? Сержант. Все меня бегаете, толкаете. Пойдем. Зачистить. Зачистим. Открывайте. Толкаются еще, падла. А, в оках. Список заданий обновлен. Не спускай глаз с Вудса. Снова увидев Менендеса, он сорвется. Не волнуйся, Хадсон, я его прикрываю. Да. Вскрыть. Давай побыстрее. Не хочу упустить главный трофей. Заткнись. Хоть бы костюм. Это что такое? Что, я бессмертным, что ли, стану? Вон они. Солдаты, son amigos! Я вас не буду отсеивать. На. 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 Блин, вот так все хорошо начиналось. Каждого перестреливать, что ли? Где пулемет? На. Понятненько. Вот, можно так пройти. Какая прелесть. На.
Вот так. Кто еще тут есть? Вот так. Сойдет? О. Сейчас, минутку, подождите. Так, баба при... А вот нечего было. С наркотой связываться. Была бы жива бы сейчас. Так что... Че вы тут кокаин фасовали? Блин, перезаряжаться. Так. Ничего. Да. Дай жару, если можешь, дай жару. На. Вот так. Нормально? Я того же мнения. Выцелил этого ублюдка. Он в доме, мы идем к нему. Выдвигаюсь. Не надо, Вудс. Мы контролируем ситуацию. Черт, Вудс! Вудс! Живее, Мейсон, для упустить этого ублюдка! Помедленнее! Давай. Стой. Так, получил людей, так, хорошо. Граната. Бумк. Вот она. Вот оно, как дело-то было. Понятненько. Суду все ясно. Уна, дос, трес. Вы видите его? Что случилось, Хадсон? Где Менендес? Квадро. Вот он, в мешке. Умер. С этого момента здесь ничего не было. Яоль! Всегда проверяй, что объект мертв. Вернулся. Ты еще злой, как черт. Моего отца ему не убить. В этом его давно уже опередили. Так. Но тебя он мог убить. Так почему ты до сих пор жив, Фрэнк? Будешь страдать, как я. Надоело мне болтать. Иди ищи этого маньяка. Где я тебя буду искать? Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!